Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Татьяна Карадима, я художник и член жюри Golden Time. Хочу поблагодарить всех участников за прекрасные работы, которые были предоставлены на этот раз, и детские, и взрослые, уникальные работы. И хочу поблагодарить также организаторов конкурса за эту возможность, которую они в очередной раз предоставляют всем желающим. «Искусство – это жизнь, а жизнь – это искусство» – известная фраза. Хочу сказать, что некоторые работы меня удивили своим мастерством, с грамотностью. И, конечно же, я сейчас назову имена участников международного конкурса «Golden Time», чьи работы были мной оценены максимально, то есть в 9 и 10 баллов. С удовольствием называю имена. Эва Пушенко, 9 баллов. Ксения Буракова, 2 работы в 9 баллов. Виктория Петровская, 3 работы: натюрморт, пейзаж, передача действительности, замечательные произведения искусства. Сезимай Муратбекова, 10 баллов. Маргарита Нам, 9 и 10 баллов. В работах был виден особый стиль. Лухина Анна, 10 баллов, 2 работы. Интересный стиль, геометричность. Нурбекова Рузана, 9 баллов. Дайчук Анна, 10 баллов. Единственная работа этой участницы, и понятно, естественно, передача боли и этой тематики с событиями, которые сложились во всем мире на данный момент. И пользуюсь возможностью и случаем, хочу всем пожелать мира. Будьте здоровы, терпения, и я надеюсь, что ситуация в скором будущем изменится. Продолжаю называть имена. Даниил Дандес, 10 баллов, все работы. Мастерство, дар от Бога, восхитительные работы. Антон Богачев, 9 баллов, портрет. Зелес Юрий, 10 баллов, 2 работы. Прозрачность, легкость, воздушность. Чувствуется мастерство участника. Инна Фуд Арамшан, 9 баллов, 2 работы. Необычные работы. Тематика интересная и техника исполнения также. Андреец Татьяна, 10 баллов, достойная работа, насыщенная чувствами. Вероника Багуш, 9 баллов, водопад. Наталина Антощук, 10 баллов, одна из работ. Амина Амангельдинова, 9 баллов, 2 работы. Яркость, красочность, цвет. Позитивное настроение, которого так нам не хватает в этой жизни. Оксана Шагин, 9 баллов. Юлия Ревтюх, 9 баллов, украинская тематика. Руслана Амельяш, 4 работы, даже более того, могу сказать, тонкость, изящество и мастерство. Работы невозможно не оценить максимально. Ольга Чилченко, 10 баллов. 6 работ, и портреты, и пейзажи, чувствуется мастерство. И Виктория Ким, 9 баллов, портрет собака, графика. Ну что же, мои дорогие друзья, еще раз хочу пожелать мира во всем мире. Ну, прежде всего, конечно же, чтобы эта ситуация поскорее закончилась. И хочу отметить, что жизнь – это лучший и единственный ученик искусства. Хочу поблагодарить вас за ваше участие, пожелать успехов творческих и творите, радуйте весь мир своим мастерством. Привет из солнечной Греции, до новых встреч, друзья, до свидания.